Кургане пьяный водитель стал виновником дорожной аварии. 11 апреля на улице Половинская 33-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2101 не уступил дорогу встречной семерке и врезался в нее. От удара копейку отбросило на стойку дорожного знака «Пешеходный переход». Никто из участников аварии не пострадал. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Жигулей» первой модели управлял транспортом, не имея водительского удостоверения. При явных признаках алкогольного опьянения он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина привлечен к административной ответственности. В настоящее время на него наложен арест сроком на 10 суток.